А что за церковь? Называется источник жизни. Источник жизни, да? И как, когда сделаете? А уже давно делаете, да? 12 лет мы строили. А тут же был детский садик, да? Да, в 2000 году они взяли на входе. Вы купили, да? И уже вот 15 лет делают? Ясно. Еще долго, да? Ну, где все деньги убираются. А что, что это за, за церковь такая? Баптистское направление. Баптистское, да? Ясно. Есть деньги. Позвонят, мы придем, маленько поработаем. И все, да? Деньги качаются. Ну, теперь их тем более. Теперь цены на материалы. Да, расходятся. Стоит, пустует уже сколько лет. То вот никак ума не дадим. Денег не хватает, денег нет. Хорошо, спасибо. Проблема в деньгах.